страшно. Боюсь, что на вот этом месте, на очередном подъеме, мне придется прекратить дистанцию. Я не первый, кто сошел. Саша в самом начале сошел на первом же подъеме. Я здесь. Там еще один товарищ сошел. Ну, в общем, не знаю, километров 20-30 я, наверное, проехал. Но здесь я уже буду ждать сервисную службу, чтобы меня подобрали. За чеком ты. Это сейчас такой был мой велосипед. Но больше я не выдержу. Я и так преодолел несколько сложнейших подъемов. Но этот подъем, я его часть тоже преодолел. Но там еще он идет, идет долго. А гонка продолжается.